Доброе утро. Сегодня 15 июня. Мой голос, как будто я выкурила 10 пачек сигарет за один раз. И я снимаю этот влог, потому что я уже давно обещала. Сегодня более-менее интересный день. Я засниму сегодня кучу видео. На улице там ледяная погода. Вот, и я, наверное, пойду собираться, точнее, не собираться, а хотя бы попробую встать. Ричи, привет. Доброе всем утро. Вот, я иду в душ, у нас тут все очень грязно. Надо помыть голову, потому что я хочу снять видео. Вот. И, наверное, я сейчас буду краситься. In all fairness, I mean, I think you killing him kind of trumps that. And you should have called Stefan. Call me. I need to go upstairs and shower and clean all the blood off my hands. Welcome back. How you feeling? Видео. Вон там у меня стояло зеркало. И вот я снимаю вам мой повседневный макияж. Вот моя камера. Я вам сменила объектив. Примерно так все и происходит. Ой. Я закончила снимать видео. Простите, что так темно. Просто я люблю жить в пещере. Вот у меня закрыты шторы. Вот. И сижу, ем малинку. Сейчас покажу. Вот, ем малинку, смотрю Vampire Diaries, самый бабский сериал в мире. Сейчас я немножко отдохну и буду снимать дальше видео. Наверное, сегодня видео 3 я точно сниму. Вот, на стене осталось 2 видео. И буду монтировать! Вот. И будете ждать новое видео. И еще вот это. Вот этот влог. Создаем малину, сниму видео и поеду покупать подарок подруге. Я сегодня иду к ней на день рождения. Вот, в 6 часов вечера. И там тоже что-нибудь сниму. Я записала второе видео. Я не знаю, буду ли записать третье, потому что у меня просто нет сил. И у меня еще очень много дел. Вот, моя камера. Я записала второе видео. Я не знаю, буду ли записать третье, потому что у меня просто нет сил. И у меня еще очень много дел. Вот моя камера. И вот так вот выглядит мой фон. Посмотрите, какой у меня фон на компьютере. И сейчас я переоденусь, приберусь в комнате, потому что у меня просто полный бардак. И поеду по делам. Я считаю, что очень солнечно и красиво. О. Лето на дворе, лето. Because the girl that she's become, that I've become. Итак, я закончила все свои дела дома, поэтому я выхожу из квартиры. И сейчас надо будет закрыть дверь. Сейчас пойду в Starbucks. И оттуда меня заберет моя мама. И мы поедем в авиапарк, чтобы купить моей подруге подарок. Простите, такое ощущение, что сейчас на улице зима или поздняя осень. Или ранняя весна. Потому что очень холодно. Как-то пахнет холодным воздухом. И все очень плохо. Я карамельный латте на темной обжарке. Те, кто спрашивает, какой поклонник. Мне так стыдно снимать.
видео, когда я сижу. Просто выгляжу как тупая. Ой, я не знаю, слышно меня было сейчас или нет. В общем, я выгляжу как тупая, когда снимаю видео, поэтому мне очень стыдно сидеть в Старбаксе и тут все снимать. Вот. На улице очень-очень-очень холодно прям. Чё-то прям меня сбило. Просто какая-то осень. Я, блин, пришла опять домой, значит, накрашусь и уже поеду за, черт возьми, за подарком. Я иду, и еще сверху у меня будет кожаная куртка. Как тут пахнет, боже, пахнет вкусно тут. Почему так холодно в этом мире, мама, скажи мне, почему холодно так в этом мире? Просто Москва. Что ты делаешь? Перестань. Сейчас уже сделать кучу фоток в Инстаграм и сказать, что это мне подарили. Так все делают. Мы сейчас в авиапарке и будем покупать сейчас подарок Лелис Махваловой. Я сейчас прям буквально уже через полчаса должна быть у нее день рождения. Я сейчас еще покупаю подарок. Лера, прости, пожалуйста, если я опоздаю. Мы сейчас идем в магазин корейской косметики, который находится в авиапарке. Вот. И накупим всякую всячину там. Вот этот магазин, и мы направляемся именно туда. Приехала домой, и теперь я иду в гости, и когда я уже приду домой, я только тогда мы с вами увидимся. На улице ужасно холодно, господи, за что? Хотя уже немножко потеплело, должна быть завтра в тепле. Я сглазила, вот, поэтому мы с вами дома. Вообще, я уже пришла домой. Сейчас 11 часов, и я уже захочу спать. Я не тебя кухонька. Вот. И сейчас я буду спать. У меня просто все кудри развалились. Вот, мне вообще не даже все кудри.
никогда в жизни никого не вырастить. И только прошу, не говорить следственного наследника. А я сама расскажу это сначала кое-что выяснить. Это же кошка моя. Сейчас уже 12:30, и у меня почему-то покрасил глаз. Уже смыл всю косметику, помылась, сижу в пижаме. И я хотела бы сказать, что спасибо, что вы досмотрели это видео, что были этот день со мной. Для меня это очень важно, потому что мне достаточно тяжело показывать свою жизнь. И себя без косметики. И вообще, как я провожу время и тому подобное. И я хочу сказать огромное спасибо тем, кто смотрит мои видео. И я надеюсь, что так дальше будет продолжаться, и что мои видео будут выходить чаще, и они будут только лучше. И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал, если вы еще не подписались. Я хочу пожелать вам всего самого наилучшего. Всем спасибо.